каждое лето многие улицы и общественные места нашей республиканской столицы превращаются в стихийные базары. Административная комиссия мэрии Черкесска в составе сотрудников отдела торговли и бытового обслуживания населения, а также представителя полиции провела очередной рейд по выявлению и пресечению фактов незаконной торговли. Ахмат Халкечев продолжит. В ходе мероприятия было выявлено около дюжины несанкционированных точек торговли. С лицами, осуществляющими незаконную торговлю, участники комиссии провели профилактические беседы. Ну а в отношении злостных нарушителей, которые не в первый раз замечены за этим делом, составлены административные протоколы со штрафными санкциями и требованием свернуть деятельность. Много жалоб и обращений на несанкционированную торговлю. Особенно обращают внимание возле поликлиники. Там очень много продают и овощей. Сейчас начали продавать вещи, белье, что очень неэстетично смотрится все. Практически все нарушители оправдывались тем, что на городских рынках не хватает мест. А там, где места есть, арендная плата крайне высокая, сетуют они. Никак не обращаться. А зачем обращаться, весь рынок полный там? Ну давайте сейчас. Мы с нашей стороны мы доведем это все до руководства. Ихние жалобы, да, например, мы можем довести это до руководства, и там с руководством будем принимать решения. Может, будет какая-то альтернатива для них, как ярмарка выходного дня. Нам надо передать просто руководству, а там они уже будут принимать решения. Арсен Тлисов также отметил, что работа по пресечению незаконной и несанкционированной торговли на общественных пространствах в республиканской столице будет продолжена. Ахмат Халкечев, Расул Бердиев, Вести Карачаево, Черкесия.